Кашкадаре открылся моноцентр по обеспечению трудоустройства незанятого населения, организации профессиональных учебных курсов по разным направлениям и оказанию социальной поддержки. В современном, оснащенном по международным стандартам центре побывал и наш корреспондент. Открытие моноцентра «Ишкем Архамат» в городе Карши даст широкие возможности для многих нетрудоустроенных, в том числе и молодых людей. В современном комфортабельном учебном центре созданы все условия и возможности для профессионального обучения граждан. В общей сложности планируется организовать курсы по 20 видам профессий в сфере обслуживания и сервиса, техники, строительства, сельского хозяйства, ремесел, а также курсы по 32 направлениям обучения – иностранным языкам, цифровым технологиям, предпринимательству. Моноцентр даст большие возможности для тех, кто желает переквалифицироваться или обучаться востребованным на рынке труда современным профессиям. Мы налаживаем партнерские отношения со многими негосударственными образовательными организациями. В перспективе открытия при нашем моноцентре международного отделения, которое будет принимать заявки на востребованные профессии за рубежом. За счет средств Всемирного банка кабинеты оснащены новейшим оборудованием. Начали функционировать курсы русского, английского, японского, арабского и корейского языков. Швейное дело, кулинария. Мне предложили на выбор множество направлений. Я хочу стать профессионалом в своем деле. Уверена, работа поможет принести стабильный заработок моей семье. Для прохождения профессионального обучения у моноцентра обратилось 843 граждан из молодежной и женской тетради. 150 из них начали обучение по швейному делу, оказанию услуг строительной промышленности. Я живу в Карши. Когда хотел устроиться сварщиком на одной из строительных площадок города, мне отказали, так как тогда у меня не было навыков этой профессии. После обучения получу профессиональный сертификат и смогу трудоустроиться. Теоретические и практические занятия проходят в интерактивном режиме с помощью современных информационно-коммуникационных технологий. Цеха укомплектованы необходимым оборудованием. Вместе с тем здесь будет создан центр профессиональной оценки. Успешно сдавшие квалификационный экзамен вместе с дипломом и сертификатом получат квалификационные паспорта.